методичка по оку. Лады и все, что и есть. Я вечером думал идти, но если надо, то могу зайти. Кстати, у япончика, по-моему, ТЦ есть, да? Япончик. Есть что? Войд, я могу зайти похилить, мне без разницы. А чё у нас уходят чипсы? Он, блядь, просто пусть Геру нажмет и идет лагает. Охуенно. Пиздец, мы будем без Геры, вы чё, блядь? Если что, вы у меня до сих пор мама будет. Помогите, всем привет. Шаман. Он говорит, до сих пор мобов бьем, а вы, говорит, гер. Кстати. Не, бывает кинус просто глючит, сам не интернет, он попробует здесь. Пусть находит. На второй фазе кто босс? Я, ты? Окей. Энергия. Сила. Мои люди... Да уже кинули, все, поехали. Оба эсэсов хилов. Утром охота была? Да. И куча лекс до рассвета только дали, блядь, опять проебал. А ну сам соберешь, чё ты? Нахуй надо. Unroll все Т4.
что там щит, да, падает? Да. Блять, на мне игрушка. Если я люблю, когда меня бьют. А где посох? Ладно, кинжалы возьму. Тут баба, бля. И пять мне рассказали. Жил-был Петя, а его звали Вася. Ой, бля, ты слышишь? Теряющий рядом с бабой лежит. Quite nice анекдот был. Палево мне. Окей. Короче. Бабы не имею. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу, но... мимо. Ебать, что долг? Там что, выводит через хер, бля. Ориентация, да? Ну,
Боюсь, хава меньше всего дает. Да. Будет. Я залагал. Там кто-то удочкой бьет. Давай, ты удочкой. Газ, блядь. Ебать, повезло нам. Сейчас. Шоковая преграда. Милики. Ну забери, блядь, забери. Затаунти хуйню эту. Феникс. О, ты ставишь. Блядь, ну боб есть, хуй знает. Я же... Хачкам одну ебну. Запустится, да? А если не шевелиться, у меня же можно просто сумарнуть? Да. Не знаю. Ситуация на мне была тоже нахуй. Поджигание в нас во всех. Котенок, зачем ты шевелился? Люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Не снимайте диван. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Идите оттуда, хули вы там стали. Впечатляет. Ну да, разница вас даст выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Встаньте все в одну кучу, чтобы он, блядь, не бегал по залу, а просто всех нас запиздил. Я
Я буду шевелиться. Рыба стоит. Я хуй знает, как вам сказать, там какой-то трэш идет. Давай шкаф сумнем в вагон. Дживс есть у кого? Пришел с ремонтом, нет? Писяу, ты тут? Вред. Как с лагами, чипс? Чипсы. Есть рыба в лупах. Артуру отдайте. Протауру отпустите. Хантам баф. Кирс его не. Фаниэль тут. Этот Редвар готов. Редвар. У меня тут, у меня бафа есть, нету. Да бафа тебе там, спускаешь. Да. Энергия, сила. Мои люди без них. Флаг по ханту дайте. Есть, нет. Дайте кулак по ханту. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете... Кто с паладина бафает кулак? Вред пишет. Меня никто не остановит. Селама Ашаля Нора. В каске кто бафает кого? Владим Паладин. Дай кулак по хантам. Готовьтесь. Маба бьем. Можешь к ногам вон той статуи маба подвести. Вон в кружок. Там ближе туда, ага. ТСС откатились. Уже повешен.
На Энджи напуливаем баб. Между собой рейндж держим. Филяющего моба своего, Браска, переведешь в квадрат. Видишь, квадрат 3D поставил. Да. Чтобы РДДшники находились... Это когда воскресит. Когда... Чтобы РДД... Чтобы милики находились подальше от черепка. РДДшники без твоего рейнджа будут держать. Так они не сдохнут больше. Все, сейчас этого бьем инженера. Вы можете потягаться с моим главным инженером, Телоникусом. Аллах Акбар! Не резать до конца боя. А на конус на что ли бьет? Значит, смотри, Фиряющего переведешь в квадрат. Понял, забыл. Ага. Это для того, чтобы баба, где она вот там, где треугольник танчит ее, чтобы она не дала эту хуету, которая в миликов если кинется, она вайпнет ее. РДДшники, когда бабы будете бить между собой, рейд. Бафаем вот эту хуйню от посоха на рейд. Что вот это вот? Это. К танкам тоже находитесь, блин, чтобы вот это синее говно висело. В центре рыжий можно топор. Вопрос? Кто это? Не пончик? Это халло, вопрос про бомбу. Она типа нет, по боссу бьет после. Или как? Сейчас мы бьем. Окей. Вокруг босс. Блять, думаю, что-то вы хер ведет. Сэрис, саня к бомбе вести. Да он на меня просто пошел. Побивайте сильнее уже этого дурака. Повесьте друиды, совы, лапку на всех мобов. Волшебный огонь или как там? Шторм, Вадим, паладин, аресы. Медведоёшка ват, аресы. Напишите шторму в ПМ, чтобы Вадим, паладин, аресы. Не слышите, скорт что ли? Шторму, Вадим Паладина, резнуть. Залетим. Котенок, ты вдись.
Ты резни, Вадим Паладина, найди его резни. Это холи пар. Последний. А вот еще, милики бейте, это сфер. Не сильно бьет, просто лос эти бомбы. Все, от бомбы отбит. Бомба через 3 секунды. Так же маленьким кружком бега, как ты. Бомба 5. Аль, ты в 4 тебя рез. По ханту. Все, держи пока. Добивайте его. Не бегай бомбы пока нет. Добивай, сейчас успеем. 2 секунды босс, сейчас босс отдает. Все, фулл бафы обновите по ханту. И Кавату, и по холипару. На контроль очень важен рестор друида, 3 штуки, и сова. Приготовьтесь дать смерч по людям, которые попадут в контроль. Герой. Благодарите, пацаны. Чипсы, если отлагал, там дай герой. Я сейчас вашего хила уебу. Будет какой-то хуй знает, там катом. Помили, бежим. Не убейте в мелизоне. Дайте стан, контроль. Я какого хуя дезориентация у меня была под бафом? Кто не? Он не таунтится, Феникс. Не, у меня дезориентация была, может быть. Как дезориентация может быть с бафом? А чё, типа посох не прожимают, да? Или чё там снимают? Блядь, я танк, на мне не было. Я, блядь, в центре стою. От тебя толку, как от ребёнка. Вам не победить. От тебя толку, как от ребёнка. Варнель не победить. Твоя карта бит. От тебя толку. От моей волей.
Она стояла от меня с левой стороны. Она стояла и кастовала в эту лужу. Я не знаю. Это все потому, что он ПС-ку сове кидает. О, классно. Пустили-то, блядь, уж на лужу. Вы объясните человеку, что так не надо делать. Добро пожаловать в будущее. Ходу, да? Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь мы стоим вообще на месте, не шевелились. Там кроме тебя никого нет. Нас контроль взял, понимаешь? Готовьтесь! Дисконтроль там поставил. Но мы не шевелились, как бы, блядь. Там, когда стояли, просто не шевелились. Это точно мы запустили, а не вы там при рейсе? А? Вот я тоже не пустил. Я не видел, кто там выпустил. Тьет он бил, отойдет, пока вот там падает. Хуя. Поставь ДБМ таймер.
Что, у нас перекур, да? Да, 10 минут было. Ну там 43 минуты по 53. Типа резать никто не может, все съебались курить, да? Не, ну я вам бегу сейчас. Бегу резко. Энджи, ты тут? Бля, а вот медведь, короче, ДТ-5, он бегает как? 4Т-4 или 2Т-4, 2Т-10? 2 на 2. Ага, понятно. Спасибо. Ну, некоторые 4Т-4 бегали, я видел, тоже неплохо, кстати. Если медведя он сделал, блядь, что-то, блядь, огромная хваски трудно держать. Нахуй тебе медведь этот? Тебе смысла нет спрашивать, если ты представления сам вообще не имеешь, чё почём. Как ты можешь, блядь, понять? Что-то надо понимать, чтобы понять, блядь, вообще. Это по то, что тебе говорят. Блядь, ну логично же, вот если ты начинаешь на ретрике играть, блядь, на этом сервере, и тебе скажут, что тебе надо 2Т4, 2Т10, то ты будешь лучше играть, чем ты, блядь, будешь играть в 4Т10. Такой бонус, что там, блядь, только глупый не поймет, что это лучшее тебе. То, что может быть. Ты плохой пример привел. Раска. Блядь, ну в 4Т4 там, блядь, он дает, типа, за урон, блядь, может уебать лунным огнем. Я ебу, может, охуенная, блядь, агро. Я тебе поэтому говорю, ты должен понимать вообще скиллы, какие профитни, блядь. Ну ж, блядь, меня не можешь спросить у тех, кто на этих медведях, блядь, до смерти задрачивался. Зато там на больших пачках трэша будет много лучиков и типа дискотека век. Ну вот, я про это и спрашиваю, блядь. Что, блядь, 4 или 2, блядь. Я так-то, блядь, все это для обычного 3-3-5 посмотрел, там макерс хуярил, блядь. И, в принципе, кто со мной одного левел, я еще на них огрохаюсь, как-то чуть держу, блядь, но если там пара человек 250-х, это пиздец, блядь. А ты в каком бегаешь, кстати? Сегодня до 240-го добился. Не, у тебя что, Т9? Да, у меня было 2Т9. Ну, сейчас, короче, 2Т9. Ну, ты 2Т4, самое главное, возьми, и у тебя уже будет нормальная агро для твоего левела. А там 2Т10 уже докупишь. Кирс зайдет, нет? Он ушел.
Ну не, он сказал, не будет. Сказал, ебал он с нами рейд. 250, говорит, мне начислите, и я нахуй пошел от вас. Серега сказал? Ну или пятихатку, я так и не понял, не расслышал. Я ничего не обманул, да? Да нет, я пошутил на самом деле. Хуй знает, что ты вышел из сети, вышел. Не отвечивает просто. У меня просто порой тоже бомбит, начинается. Тут, так а мы от чего вайпаемся? От непрохилы или от чего? Ну дезориентация в рейде была. Последний да вайп, много от чего. Но у нас дезориентация и раньше была в рейде, мы от этого не вайпались. Такое ощущение, как будто люди, блядь, каждую неделю тупеют и тупеют, нахуй. Тупеют и тупеют, блядь. Мишефтл, блядь, над ними. Это, блядь, подтягивай. Мне знакомый из регионов Фир пишет, вы, ну типа там про Джайну спрашивает, я говорю, так я на ней вообще ни разу еще не был. Он говорит, вы ее не убиваете? Я говорю, я на ней даже ни одного пула еще не сделал после реворка. Он говорит, нихуя себе. Нахуй она нужна, когда в ОКХМ падает, лучшая вещь. Да. Заху а нужна она, потому что там и трения топовые падают. Да, типа для ДВ рейда Джайна актуально, для вечерников там вообще вряд ли кому что-то надо. Блять, ну хуй знает, для меня есть такое понятие, как, блять, в игру поиграть, просто интересно, там тактику изменили, значит там что-то надо делать, прыгать, там сказали сейф зон, нет, это интересно, чем, блять, робота АФК стоять долго. Просто кайфануть от игры. Типа не обязательно там за лутом ходить. Короче, мне палка нужна и штаны, блядь. И все, нахуй. А у нас воет, типа, блядь, 260 плюс челики в рейде, да, а 270 плюс, блядь, на замене. Блядь, нормально? Так, а чё они там делали? Ну, чтоб 260 плюс челики, блядь, стали... Инфляцию да, сделали, просто провели и все. Просто смысл, у них по-любому приора нету, блядь, ни у кого. У кого-то одного, блядь. Там все равно есть какие-то шмотки, которые, блядь, тебе никому нахуй не нужны, а его подымут. Взять, блядь, просто нерфануть саппорт и все остальное понерфить и усилить джайн. И давайте на ней еще раз повайпаемся по кругу, по новой. Это как на офф-контенте. Каждый раз боссы сильнее, шмот лучше, и бесконечная вот эта канитель появляется. Ее. Вот и все, это новый, блядь, босс, и он не балансный. Вот и все. Типа ады в секунду по 3 тычки бьют. Так, ее и надо было менять. Не, ну с таким же успехом можно просто снять с себя пару шмоток и пойти в хардкоре ее потратить просто и все. Вот, если что, тебя не... Ее даже апать не надо было. С нее 284 шмот падает. Это во-первых. Во-вторых, блять, она легче была, чем лично. Вот серьезно. Это правда, кстати. Она была очень простая. И это было неправильно, по-моему. Неправильно ее сделали, что ее подняли. Ну как, вот человек, который хотел цветения, это было очень правильно. Люди наличие помучились и все. Ах, люди подохли по КД. Я поинтересовался, чел, который ее убивает, сказал, она, ну типа, не так уж прям ее апнули, типа нормально она убивает. Шкаф просто поставь. Если не тупеть, не стоять. Это мы вторую фазу не видели, понимаешь? Мы не можем сказать тебе, что там. То, что типа лучи и сейф-зон нет, это все хуйня. Лучей, он сказал, стало меньше, и они бьют, типа, ну как грубо говоря, вилкой, типа, то есть между лучами стопроцентно есть расстояние. То есть ты можешь вправо или влево просто уйти от луча, и все нормально будет.
Короче, это проблема для тех, кто любит кастовать, да? Ну, типа того, да. И натиск, сказал, дольше кастуется, по-моему. Ну, типа, от него убежать можно, блядь, даже если ты одной рукой играешь. Я так понял, что это босс сделан для тех, кто не успел ее убить раньше, и все. Джайна, конечно, нужна. Она всегда нужна. Мне кажется, сокер гер получит рейтинг будет. Кинь как натиск, интересно, больнее бить стало ли? Ну и так хуярил, блядь. Не, его просто ловить-то не надо, какая разница, как он бьет. Он и тогда вайпал. Он так же бьет, и хоть кто-то на один раз хотя бы поймает, это пиздец. Один раз не критично, а два попадания уже вайпы. Три попадания уже там, пять трупов. А я, блядь, 310 сопротом ходил, когда ловили натиск, больно пробил. Не знаю, что там нормально. А сопрот 75. Ведь выдаешь 10. В это, в сову. Чипсы у тебя пинг? Войт, ты пропадаешь. Чипсы у тебя пинг? Ну вот, я не знаю, кого брать. Вагу с пати убери. Пишет, ну бери маска с пати, он не будет в рейд заходить. Верни вон вара в натуре, чё, если не, никого нет. Утопец больше хала дает. Да, да не знаю. У Утопеш-то есть Т5, а у хала есть Т5? Да, у меня Т5 нет, я сейчас чисто пришел посмотреть. Варс Т5-то больше дает, логично. Утопеш твой триумф. Алина, а ты тут? Триумф или что ты сказал? Триумф. Шумоподавление хорошее. Сейчас, сик. Это вот эта тактика с переводом фиряющего типа, это, блядь, только сегодня или постоянно цирк? Ты же в раз ходишь. Я понимаю, но раз... Ничего не было такого, не? А рыбу поставьте, пожалуйста. Да. Это меня... Всегда так будет или нет, чтоб я запомнил? Опять кулака нет. Прощай, перенастраиваю. Уже дал. Сейчас. Да-да. Да. Энергия. Сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения.